Всем привет! Всем привет, я Арина, и рада видеть вас на нашем канале. Сегодня буду готовить печеньки в виде пуговиц. Да ладно! Не хочу затягивать, так что начнем. Нам потребуется 200 грамм муки, 100 грамм масла, 80 грамм сахара, 2 желтка, 2 чайные ложки ванильного сахара, 2 чайные ложки какао-порошка. Желтки хорошо растираем сахаром и ванильным сахаром. Теперь добавляем мягкое сливочное масло и тщательно размешиваем. Если вы делаете печенье ребенку, то сократите количество масла и сахара. Добавляем муку частями, каждый раз размешивая ложкой. Разделяем тесто на две части, в одну из частей добавляем какао-порошок. И замешиваем наше тесто. И отправляем наши колобки в холодильник на 30 минут. Теперь раскатываем наши колобочки и вырезаем кружочки. Я использовала окружность диаметром 5 см. Теперь берем окружность с меньшим диаметром и продавливаем наше тесто. Самое главное, не делайте глубоких вмятин, чтобы печенье не развалилось. Затем берем палочку или трубочку и делаем отверстие, как у пуговиц. То же самое проделываем с шоколадным тестом. Отправляем наши печеньки в духовку на 15-20 минут на 180 градусов. Самое главное, не оставлять печеньки одни, потому что они могут обидеться и подгореть. Так что подписывайтесь на наш канал, пишите свои вопросы в комментарии. С вами была Арина. Пока!